Казахстанские селебрити в 2016 году немало потрудились. И речь сейчас не только о турне, но и о масштабных сольных концертах. Один из таких провела примадонна казахстанской эстрады Роза Рымбаева. Стоит ли говорить о том, насколько грандиозным стало это событие, организатором которого стал на минуточку танцор, продюсер и певец Али Окапов. Обязательно исполню все полюбившиеся народу знаменитые свои песни. Помимо этого, новые песни. Конечно, будут новые режиссерские постановки и молодые исполнители, которые со мной будут петь мои композиции. Нельзя обойти стороной и первый концерт в новом составе от группы Кешью. Состоялось это событие в мае и стало поистине грандиозным. Впрочем, особенно отметить можно долгожданное сольное выступление Мадины Садвакасовой. Впервые за 20 лет, кстати. Сейчас мне действительно есть о чем сказать зрителю, есть что спеть. 20 новых песен, 20 песен на 20-летие. Из них половина, можно сказать, совершенно новые песни. И половина те, которые уже полюбились, которые знают, которые на слуху. Еще один первый за долгий срок работы в цехах шоу-бизнеса концерт состоялся у группы «Ринго». Это событие стало легендарным для всех, как для самих участников группы и их продюсера, так и для многочисленной армии поклонников. Настроение прекрасное. Естественно, волнение присутствует. Тем не менее, с тех пор, как мы начали петь, ждали с нетерпением этот день. Для любого артиста концерт во Дворце Республики – большая мечта. Поэтому слава богу, что этот день настал. Масштабнейшее музыкальное событие «Гакуа» Вендере ознаменовало окончание весны и состоялось теплым майским днем в Астане. Все самые яркие звезды отечественной эстрады на одной сцене. Что может быть лучше, учитывая, насколько у нас самокритичные селебрити? Перед выходом на сцену мы, конечно же, очень волновались. Наверное, зрители это тоже заметили. Но сейчас можно сказать, что все прошло отлично. Хотя нет, средне. Мы могли бы и лучше. Ну и, конечно же, концерт, собравший по официальным данным 96 тысяч человек. Гакку Даусе. Его масштабность стала приятным сюрпризом и для звезд, и для организаторов. Только лучшие песни современной эстрады. Больше 5 часов живого звука. Мы только что выступили на самом масштабном шоу Казахстана Гакку Даусе. И мы очень рады. Энергетика просто бум! Какие у тебя, Оскар, впечатления? Да, энергетика. И правда, эмоции бьют через края. Очень приятно. Мы вышли на сцену, сразу все зарядились. И я думаю, мы показали свои возможности, и мы очень благодарны Гакку за эту возможность. Таковыми стали концертные итоги года. Будем надеяться, что останавливаться на достигнутом наши звезды не станут и подарят нам еще больше приятных эмоций.